Привет, друзья! Я снова в очередной раз вернулся из Киева. Еле живой, несколько суток не спал. Опять на съемках. Все только для вас, дорогие зрители. Хочу несколько перефразировать бандита-антибиотика из фильма всеми известного «Бандитский Петербург». Что-то слишком часто нашего Андрюшу стали приглашать в Киев. Также можно и на постоянно забрать. Так на ПМЖ? Да, на ПМЖ. В Киев не хочу, не-не-не. Столица нет? Не прельщает? Не нравится. А киянки? Киянки пойдут. Киянки то, что надо. Привет киянкам. Только вчера с ними общался. Короче, он же Гога, ваш любимый актер-оператор. Сам себе режиссер? Все, сам себе режиссер. Я же говорю, я немножко туплю, не обижайтесь. Решил последний месяц просто меня загнобить и поиздеваться. Сначала загнал меня в зону отчуждения в Чернобыль. Заставил лазить по 16 этажкам без лифта. Есть в радиоактивной столовой. Собирать грибы и шишки. Опять же радиоактивные. Гонял по всем подвалам. Шишку собирает и в карман кладет? Да. По лабораториям X18, X16. Загнал по 4-й энергоблок. Потом, через неделю, не дал мне прийти в себя, я даже не успел занять все эти ролики. Погнал меня снова в Киев на пати Iron Meetup 360. Только приехал оттуда, ну, думаю, уже стою в выдубище, говорю, все, прощаюсь, уже до Нового года точно в Киеве не буду. И опять 14-15 числа я опять в Киеве. Уже на этот раз он меня загнал просто в космос. На вечеринку Star Bazaar, там, короче, с Чубакой, с Дартом Вейдером, со всеми делами. В космос? В космос, самый глубокий, какой только можно. И все, дорогие зрители, только ради вас. Смотрите, подписывайтесь и лайкайте. Ну, похвастайся. Да, 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 все подтверждено, думаю, документально. Приглашение. Билеты туда и обратно, сидячие, естественно, у окошка. GoPro, ноутбук, приглашение по электронной почте. Короче, друзья, смотрите, подписывайтесь, лайкайте, лайкайте, лайкайте. Я вас всех кохаю. Пока. Побачимось? Побачимось. Ми ще не раз побачимось.